Пока глава семейства на работе, Евгения и дочь Мирослава решили прогуляться до своего избирательного участка. Дело ответственное, день недождливый, настроение хорошее. Ребенок, как принято в нашей стране, пошел, чтобы маме помочь и заодно прикоснуться к истории. Нас волнует будущее наших детей. Мы хотим, чтобы у них было все самое лучшее. Я работаю в школе. Ну, меня волнует не только будущее моих детей, но и моих учеников, чтобы они могли получать качественное образование, медицинские услуги, чтобы их будущее сложилось благополучно. Нужный участок для голосования разместился в здании редакции районной газеты. Дальше все как везде. Термометр, антисептик. И встреча с представителями избиркома. На все про все у семьи ушло немногим более 20 минут. Евгения уверена, времени потрачено не так много, чтобы его жалеть. Голосование было безопасным, обеспечены все средствами защиты, перчатки, маски, индивидуальная у каждого ручка. То есть в самом пункте не многолюдно. Я считаю, что этого добились благодаря тому, что голосование разбили на несколько дней. Это безопасно. Приходите, голосуйте. Андрей Пахабов, Александр Сердюк, РТС.